Президент Беларуси сегодня дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Главное внимание во время откровенной беседы уделили теме интеграции на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур и обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. Обсуждались развитие торгово-экономического сотрудничества, проведение совместных стратегических учений «Запад-2017», итоги недавней встречи президента в Санкт-Петербурге. Глава государства также ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире. Актуальные вопросы координации миграционной политики обсудили сегодня в Гродно на заседании межведомственной рабочей группы союзного государства. Участники сошлись во мнении, что в Беларуси действует достаточный комплекс мер по недопущению незаконной миграции на территорию соседних стран после введения безвизового режима. Также в ходе встречи стороны наметили точки взаимодействия правоохранителей и погранслужб во время проведения в России Кубка Конфедерации в этом году и Чемпионата мира по футболу в 2018. Места в белорусских санаториях для летнего отдыха уже забронированы на 80%, а через пару месяцев заполняемость будет полной. Стоимость путевки на одного человека в день в нынешний летний период не превысит 55 рублей. Тем временем растет доля иностранных туристов, желающих отдохнуть у нас. Лидеры среди иностранцев, выбирающих отдых в Беларуси, по-прежнему гости из России. Все чаще едут к нам из Израиля, Грузии, Казахстана.